Легендарный Анечкин мост, знаменитые кони Клода. Дворец пионеров, он же, по-моему, Юсупский дворец. Здание знаменитой компании Зингер до сих пор красиво. Спас на крови, до сих пор ремонтируется. Казанский собор, памятник Барклай де Толли. Впереди шпиль Адмиралтейства со знаменитым корабликом. А мы продолжаем ехать к стрелке Васильевского острова. Закрываем сезон 2018 года. Сейчас 13 октября. 11 часов 18 минут. На самом деле на улице довольно-таки тепло. Градусов 14-15 точно есть. Последний раз пил кофе Александр Пушкин. Перед
Дворцовая площадь.